Эй, хей, здорово, бросал снова вопрос. Со мной сегодня Мирослав, который засунул голову в потолок. Чё на меня прыгаешь? И мы сегодня будем ломать игру. А, ты чё стырил записку? Вот, мы ломаем игру. Ты чё, я прочитал, даже сейчас игра начнётся. Да, я тебе скинул её. А чё ты мне прям в руки её положил? Типа мы с тобой персонал класса Д. И у нас один номер на двоих. О, слышишь? Слышу. Ты чё повернулся? Честно, а я открыл дверь, я бы тут прыгнул, если чё так головами бьёмся. Только не убегаю. Да я тебя сейчас забаню. Правда, я не могу тебя забанить, но это уже совсем другая история. Да не убегай! Ты посмотри, какое они расстояние из-за тебя сделали. А меня за что? Я не могу вас задеть. Мирослав! Ой, ё-ё-ё. Так, ну пока тебя здесь нет, я уже прочитаю записку сам. Ну ты сейчас зайдешь, ты же заходишь? Для баланса вселенной. Для баланса вселенной нужно ломать пив, да? Для баланса вселенной. А, они уже там что-то говорят. Для баланса вселенной. Для баланса вселенной, Мирослава, надо убить. Хватит убить. Ну все, пошли, пацанчики, а то сейчас Мирослав зайдет, а он вас опять поломает. Так если я зайду, то их все равно поломается. Да все. Так, ну нахуй. Вот, ты зашел, в игра не поломалась. Еще меня такие убивают. Не сработает, не сработает. Они что-то считают. Помню, когда... Короче, я пришел к тебе в гости, и ты дал поиграть в эту еду. Ты обосрался. Нет. А почему они начали дистанцию опять держать? Это момент на то, что... Привет! Я, пожалуй, сохранился. А, тут не работают сохранения. Леша застрял! Так тебе и надо? Все, давай мне записку. Он мне не дает записку. Я застрял. Спасите. Я умер. Все, ты бесишь, я удаляю нахрен это вступление. Мирослав родился. Какой же он урод. В игре. Почему ты такой урод? Зачем так говорить? Да ты в игре урод. Я тебе сейчас серьезно. Тебя тоже, наверное, да? Беги, бежим! О, у тебя записки есть в компьютере? А! Нет. Статуя! Привет! Обнимашки! Не надо так. Ты хотя бы сохранился? Нет. А, она ушла. А просто покинул нас, так где? Я пошел дальше. Дошел? Дошел? Я понял. Сука была, не надо. Ты чё закрыл дверь? Это... О, хочешь в лифт? Нет. Ты чё такое? А чё она побежала? А чё она не умерла? И зачем ты закрыл дверь? О, смотри, что мы дошли. Ты где? Я в коридоре. Что мы нашли? Опять! Да! Сохраняемся. Идем на поиски. О, меня сохранила игра. Спасибо.
Я нашел противогаз. А ты пошел в кино. Ты чё, прошел это испытание с домовой газом? Чё ты без меня ушел? Если что, выходите, я жду. Я сейчас умру. Она мне путь загородила, я сейчас умру. Я умер. Так мне пройти нельзя было, ты понимаешь? Она мне загородила путь. Я нашел карточку. Первого? Да. А почему я в темноте заспавнился? Ой, я появился на своем трупе. Ярослав, что это за изи? Какой? Ой, тут опять статуя. Я не люблю эту статую, конечно. Ярослав, я нашел нашу цель. Какую? Ну, нам, по идее, надо выбраться отсюда, ну да. Я нашел, короче, проход в следующий сектор. Слышь, ты где сейчас? А, я сейчас возле той штуки, в которой очень страшно. Блин, так кто с дверьми балуется? У меня перед носом дверь закрылась. Так, это я обратно вернулся. Я прям... Вообще? А? Я не знаю, куда выйти. Налево, направо, прямо. Иди я прямо. Ты можешь куда угодно пойти, на меня Мишка на меня Мишка накричал. Исчез? Он исчез. Плохой, плохой медведь. Ага, тут нужна карта. Я походу нашел нашу вторую цель. Так, там кто-то болтает, я нашел карту. Какого вы? А, так инвар, ну первый. Я сейчас возьму, открою как раз эту дверь, там будет, по идее, вот этот посетитель. У нас же вещи сохраняются. Так. Да, да, это оно. Мне сейчас придется сражаться с вот этим вот этой статуей. Зачем? Чтобы получить карту. А, я получил карту, сражаться. Меня закрыли! Ух, все, я спасся. А мне теперь умирать? Ты где? Я где-то далеко. Стоп, ты вот это в комнате, где газ? Нет, я далеко, я вообще в другой стороне. Я в нужной комнате. В смысле? Я возле вот этого переработчика. И причем у меня есть карта. Погоди, подожди меня, я сейчас... Ну уже тебя слышу. От чего ты А Бодовита, да, где? Бодовита, Бодовита. Я тебе дверь открыл. А я не знаю, где я. Ты где-то рядом был. Ладно. Что слово был? Я пока закроюсь. Будь здоров. Тут есть аптечка. Все, мой персонаж, погибьте, скоро я буду возле двери. Господи, ты просто телепортировался откуда-то. Давай заходи, а то он сейчас еще тут не со мной. Сохраняемся. Все, там, файн, да. Давай. Заводи. Молодец. Все. Уйди от меня. Ага. Будем рисковать перерабатывать третью карту? Да. Окей. А, я тогда все три сейчас кину. Давай. Чисто карта первого, второго и третьего уровня. Эту карту тоже положить надо. Давай. А, я! Я выжил. У тебя есть четвертый? А, у меня есть четвертый. У тебя получается пятый уровень, да? Да. Сейчас мы сделаем вторую.
А батарею зачем? По приколу. Плиз, навигатор не пропади, это очень полезная вещь. А кто? Ты сделал из батарейки телекинезовую батарейку? Нахрена? Теперь она у меня в инвентаре. А что это? Что звуки? Дай навигатор. Вот это навигатор? А кидай карту 4 или 3 уровня. Так, ну вроде никого нет. А, он улучшился, видели? Вроде улучшился, да. Ты сделал из обычной батарейки телекинезовую. И что это такое? Когда ты ее подпираешь, ты умираешь. Вот что это. Но она попадает в инвертайм. Я хочу сейчас улучшить 5-ю карту до 6-й. Ты думаешь, у тебя получится? Будет смешно, если да. Да, вот и ног. Покажи. А у меня синяя какая-то. Покажи. Скинь. У меня мастер карт. Покажи. Мне кажется, или ты из своей карты сделал банковскую? А давай эту банковскую улучшим еще раз. Подожди, а если вот попробовать банковскую карту сунуть? Не, не работает. Давай, кидай ее обратно. Второй уровень. Кайф. А если... А что если бумажку? Давай, чтоб посмотрим, что будет, если бумажку улучшить. Ты все подряд улучшаешь. Оригами. Давай еще попробуем. Подожди, вот я хочу поставить на очень тонко. И попробовать противогаз улучшить и вот эту фигню. Если что, оно может исчезнуть. Что ты туда положил? А может улучшиться? Я не знаю. Так, противогаз. Банковская карта. Подожди, он же улучшился, да? Ну смотри, газовая маска не улучшилась. Знаете, кстати, газовую маску? Если тебе нужна, то можешь. А что если я вот так сделаю, что это даст? SCP-173 поблизости, теперь навигатор, короче, показывает SCP поблизости. А тебя что мы будем с тобой делать? На. Так смешно выглядит. Давай. О, дыра. Да, по идее, можно карту было положить и что-то получить. А какую карту? Ту, из которой можно делать... ну, короче, карточную. Короля. Ну ладно, я хотел банковскую ему дать. Можно, можно. Хочешь нет. Череп посмотреть, что делает? Давай. Привет, дружище, я подвожу тебя. Ты исчез. Я тоже хочу. Если что, тут...
Ой, я родился. Где? Пошли дальше. Пошли в эту комнату. А, так она везде хочешь побывать. Вот здесь камера. Вася, ты где? Петя, ты куда? Что за стрёмные звуки? Ты куда ушел? А что, мы дальше не можем пойти? Кто идет? А! Дедуля, да? Нет, это вообще-то чумной доктор. У меня стамина кончилась. Уходим. Уходим. Противогаз. Я застрял в противогазе, но застрял. Блин. Ты где? Я здесь. Опять. А, вот ты тут нашел. Так. А, тут две сепи. Где ты еще где-то рядом? Три, короче. А, вон дед из потолка вылез. Там смерть. Где он? А, подожди. Ну, он же только что там был. Иди сюда, в лифт. Иди сейчас дед в лифт войдет. Ты где? Я здесь, я на нижнем этаже, а ты где? Я наверх поехал. Ой. А, вон он стоит вот там. Ой. Пока. А там дед, а там монстр. Куда лучше? Где был? Обратно. Куда? Я уехал! Как? Я внизу. А, он, кстати, пропал монстр. Спускайся. Ты же прикололся. Что? Хочешь вниз? Я и так иди здесь. Вниз, да. Иди вниз, иди вниз. Куда вниз? Иди, ну, куда мы, где мы были. Только сохранись, только так сохранись. Вот я. Сохранись и иди наверх. Там дед. Увидишь. Там скромник. Увидишь. А, ну там то ли фигура, то ли доктор. А, тут никого? Ярослав, тут никого. В смысле? Я еле-еле как спрятался. А, нет, там этот кто-то идет. Это 100% чумной доктор. Я, пожалуй, удивлюсь. Было бы смешно, если бы здесь был этот монстр. Нам надо пройти А зачем? Ну ладно, не будем так, не будем. Ты тогда меня жди наверху.
Просто там, знаешь, SCP-173 и 49. Ху. Как? Я на расстоянии стоял. Короче, а иди. Почему я? Это не прикинь. Мирослав. А. А, я уже подумал, что меня закрыли. Ой, SCP-40 куда-то ушел. Мирослав, мне тут стрёмно. Ты где? Я, короче... Я... А где я? Там статуя! А, не, я, пожалуй, сохранюсь где-нибудь здесь. Нафига? Ты где? Я возле статуи. Я так подумал, я уже не хочу гулять. Что случилось? Статуя испугала! Почему не убил? Так и убила тоже. А, значит, ты сейчас вот тут вот выйдешь, да, получается? А! Откуда она здесь? Она ж была там! Она телепортируется, чешо! Короче, я перехожу в другой сектор. И на а этом как? Как? А, ну походу никак. Меня не впускают даже с карты 5 уровня. Я понял, где ты, но я не могу туда сейчас пойти. Я там был. По-моему, вот так вот. Прямо. И сыпи, говоришь. А, ну да, то есть SCP-173 где-то рядом. Судя по навигатору. Дальше никуда, направо получается. И, по-моему, вот сюда. Ну все, вопрос, на этом мы закончим, да? Не, мы на этом, конечно, не закончим, но мне интересно. Почему не работает? Так, с вами был Мирослав 1000 и я вопрос, и мы играли в SCP. Ты, блин, чё на меня прыгаешь? Выпустите меня. А я пошел стенку затарывать. Чё? Всем привет, это ЛВП из будущего. Не обращайте внимания на скин. Это как бы просто твинк. Итак, зачем вот я встал сюда себя на фоне майнкрафтовской SCP-лаборатории? Я хочу извиниться за то, что давно не было роликов. И хочу рассказать почему. Мне просто нужна большая команда для записи видео. Так что, если вы профильный майнкрафтер, ну или в целом майнкрафтер, который может играть с модами, и у которого нормальный ПК и микрофон, то в принципе можете помочь мне с записью роликов. Ну, вот мы с Мирославом решили записать профильное видео, где мы проходим SCP-Containment Breach. Ну а с вами был Вопро, всем удачи и всем пока.